пока снимал обзор, смотрелся на эту картинку с Суздальским Кремлем и прям захотелось порисовать. Ну что, это было время Дюка. Чувствуете, да, какой вообще у нее потенциал, как у инструмента? То есть, мне кажется, все скетчеры мира должны купить себе такую ручку. За рекламу мне, если что, не платят. Ну, просто как-то приятно иногда. Вот получаешь такой инструмент в руки и понимаешь, что, черт побери, вообще он великолепен. Удалось. А по поводу названия Дюк, по-моему, это какая-то немецкий бренд, который то ли делают в Китае, то ли скопировали в Китае. Но удалось им это очень неплохо, прямо скажем. Вот к вопросу вариативности пера. То есть такие штуки можно творить им, что просто ой-ой-ой. Включаем границу тени. Здесь у нас будет крыша. Здесь у нас будет тень. Да. Мой любимый цикорий, собственно говоря. Просто какая-то японская живопись. Текс. Вторую веточку попроще. Эти стыки. Ох уж это мода рисовать на разворотах. Никак от нее не могу избавиться. Хорошие люди давали мне совет. Но пока полностью я им не воспользовался. Ну как-то так.